Финал соскакал и продолжает Ирина. Сейчас свою композицию со скакалкой показывает израильтянка Ирина Ресенсон. Чрезвычайно удачно выступает эта девушка в последнее время. Композиция под национальные еврейские мелодии. Вчера говорила, что эта девочка, как у нас говорят в Олесе, имеет очень чистые школьные ноги. У нее очень хорошо вытянуты стопы, правильно, грамотно. Вот она сейчас делала прыжки, и каждый раз у нее очень красивое приземление в пятую позицию. Видно, что девочка не просто выступает, а выступает очень грамотно, по ногам. Это тоже очень оценивается, особенно сейчас, потому что difficult очень сложное, это оценение судей очень сложное. Это работа телом, ногами. И у Иры это получается очень хорошо. И она в последнее время выступает уверенно очень. На важнейшем старте прошлого сезона чемпионата Европы она была финалисткой в упражнении с лентой. А на этих соревнованиях очень хорошо еще выступила молодая гимнастка из Израиля. Нет, Ривкин. Я ее видела в Марбее, в Испании, тут ту девочку.